Варенька Звездочетова, хористка частной оперы. Проснулась невыспавшаяся, но веселая. Не выспалась она от того, что полночи примеряла новую шляпку, синюю, с синим бантом и синей птицей, настоящей синей птицей счастья. А веселая она была от того, что поэт Синий Струворов обещал повести ее сегодня кататься. Поэт был очень интересен. Он пока что не писал стихов, а придумывал себе псевдоним, но это не мешало ему быть очень загадочным и поэтичным. Варенька быстро оделась, схватила новую шляпку и начала снова ее примеривать. Поразительно, особенно вот так в профиль. Вы сегодня какая-то особенная. О, женщина в такой шляпке может позволить себе много такого, о чем в простом и подумать не посмеешь. Она может быть и лукавой, и задорной, и веселой, и мечтательной. Она все может, и все выйдет у нее хорошо. Для контраста Варенька достала старый отслуживший колпак и примеряла по очереди то его, то шляпку. Прикалывала, завязывала вуаль и повторяла одинаковые гримаски. Как пошло и жалко выглядели они под старым колпаком и как неотразимо под крыльями синей птицы счастья. Звонок и знакомый голос заставили ее опрометью кинуться в переднюю. Поэт без стихов стоял уже там, улыбался и восторженно смотрел на нее. «Едем скорее, извозчик ждет!» Она хотела забежать к себе в комнату и еще раз посмотреться в зеркало, но он не пустил ее. Он насильно надел на нее пальто и потащил к выходу. «Вы какая-то сегодня особенная», — шептал он, прижимая к себе ее локоть. «Я не могу понять, в чем дело, но мне это очень нравится». «Я-то знаю, в чем дело», — думала Варенька. «Дело в том, что на мне новая шляпка». Но поэтому она этого не сказала. Пусть думает, что она сама по себе так хороша. На улице было так хорошо. Цвела городская весна, пахнущая плесенью и кошками. Но солнце было настоящим. Это было то солнце, которое светит в полях и лугах всей земли. «Вы сегодня такая хорошенькая», — радовался поэт. «Вы совсем-совсем необычная». Да, Варенька на самом деле в этот день была необычной. Сознание элегантности придало ей смелости и веселости. «Ах, если бы быть богатой и каждый день надевать новые шляпки, каждый день быть по-новому красивой». «Вам нравится моя шляпка?» – не выдержала она. Он посмотрел рассеянно. «Очень. А вы любите этот синий цвет?» «Синий? Но она очень темная, почти черная». Варенька усмехнулась. «Мужчины совсем не разбираются в цветах, даже поэты. Ах, да, даже поэты». На лестнице они попрощались. Он спешил куда-то, но спустившись на несколько ступенек, он вернулся и поцеловал ее прямо в губы. А потом она, свесившись через перила, смотрела ему вслед влюбленно и ясно, так, как может смотреть женщина в новой синей шляпке. Напевая, она вошла к себе в комнату. «Ах, если бы быть богатой и каждый день надевать нов!» «Господи, что же это такое?» На столе рядом с картонкой лежала ее синяя шляпка. Да, та самая синяя шляпка. Это тогда, когда она примеряла и сравнивала, она забыла, что на ней надето. «О, Боже! Значит, ему понравилась не моя шляпка, а я сама? Ну почему?» Прекрасная философская теория о людях богатыми шляпками покачнулась, рухнула. И нечем было заткнуть оставленное пространство. Варенька села около зеркала и начала снова примеривать шляпки.